Долгожданная, да? Семья Мостовенко, Виталий и Ирина. Давайте поприветствуем у них песни. Мир вам, братья и сестры, приветствуем вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Это большое благословение петь Господу в Доме Божьем среди народа Божьего. И у нас с Иришей есть привилегия, я бы сказал, если сравнить и положить на чашу весов два таких важных служения. Мы 17 лет несли в нашей церкви в Украине пасторское служение, но и все эти годы мы еще несли служение хвалы и поклонения. То для нас, для меня и для моей жены, я думаю, да, приоритет был в хвале и поклонении, потому что это сладостно петь Богу, и это огромное наслаждение черпать мир из Его присутствия и чувствовать, как Бог принимает твою хвалу, как сердце Божье отзывается, как Бог доволен и, я бы сказал, даже счастлив. Вот. Кто переживал, когда Бог радуется внутри вас? Аллилуйя, аминь. Вы понимаете. И у нас с Иришей еще была такая привилегия, мы много лет росли в Украине в нашем национальном евангельском движении и имели близкое общение, взаимоотношения, ну, с самыми основными поклонниками. Мы дружили с семьями, служили вместе в церквях, на конференциях, и мы всегда учились у этих помазанников, поклонников. И поэтому, когда мы были вместе в одном служении и слышали и видели, как Бог рождает вдохновение, как рождаются песни, как рождается сама атмосфера и дух хвалы, вот, мы со временем поняли, что это служение самое важное в домостроительстве. Вы понимаете, я не преуменьшаю служение слова. Но дело в том, что если вы возьмете Библию и откроете ее, то извините, ну, я знаю, что Бог на меня не обидится. Но Библия сама по себе – это просто куча букв. Слышите, да? Это просто куча букв и слов, если она не будет освящена Духом Божьим. Аминь. Поэтому только Дух Святой делает Слово Божие истинным посланием, откровением из сердца нашего Небесного Отца и Господа, и Спасителя Иисуса Христа. Он оживляет Слово, и Дух Святой показывает нам перспективу. И перспектива Господа, она прекрасна. Сердце, которое Бог ждет в своем доме, это сердце, наполненное хвалой. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе за тех поклонников, которые были, есть и будут. Мы молимся, чтобы Ты взращивал в этом доме эту хвалу и благословил тех, кто уже это делает прекрасно, и наполнил еще больше, Господь, чтобы это место стало местом откровения, чтобы сюда люди приезжали, чтобы учить песни, которые родятся здесь, принимать их как благословение и делиться потом по всему миру во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Боже. Пусть творчество в этой церкви станет лабораторией служения и работы Духа Святого. Аллилуйя. И сейчас мы споем одну такую песню, которую Бог подарил недавно одному брату. Его зовут Дмитрий. Он из церкви в Измаиле. И эта песня, как сказал пастор пророческий, очень близко к теме сегодняшней проповеди. Если я попрошу вас кое о чем, вы можете позволить мне? Можете позволить мне попросить вас закрыть глаза и просто поклоняться во время этой песни, глядя только внутрь своего духа?
слово твое, шум многих вод, оно очищает меня, как лютый огонь, твоя любовь, она увлекает меня. Слово твое, шум многих вод, оно очищает меня, как лютый огонь. Твоя любовь, она увлекает меня. Я в твоем сердце, я в твоих мыслях. Мое имя на ладонях твоих. Я в твоем сердце, я в твоих мыслях. Мое имя на ладонях твоих. Меня ты возлюбил, меня ты искупил, посадил одесную себя. Меня ты возлюбил, меня ты искупил, посадил одесную себя. Впереди бой, ты навсегда со мной, Господь. Я пилигрим, иду за тобой, город Иерусалим. Нет, не свернуть, пусть впереди бой, ты навсегда со мной, Господь. Я пилигрим, иду за тобой в Новый Иерусалим. Я в твоем сердце, я в твоих мыслях. Мое имя на ладонях твоих. Я в твоем сердце, я в твоих мыслях. Мое имя на ладонях твоих. Меня ты возлюбил, меня ты искупил, посадил одесную себя. Меня ты возлюбил, меня ты искупил, посадил одесную себя. Аллилуйя, Господь.